Итак, время 8:30 утра. Да, я все-таки сорвался под конец ивента. Решил посинтезить камушки. Всего я синтезил 1727 сундуков третьего уровня. Ну и, собственно, результат вы можете видеть на экране. Да, я знаю, немножко с красными кошаками перегнул. Вышло больше, чем планировал. Скажем так, самое удивительное, наверное, это то, что это база всего одна штука. Самый дешевый камень. По-моему, его цена в 1,9 миллиарда всего лишь. Ну и как бы надо подвести итоги, посчитать все это дело. Ну и куда же без наших любимых Google Doc табличек. Ну и как я уже говорил, закликана 1721 штучка третьего уровня. Скупал я сундуки по 160 миллионов. В принципе, это было последние два дня. В итоге вышло 59 камней. Потрачено на сундуки 276 миллиардов. Выхлопа по минимальным ценам салка 480 и чистый доход около 200 миллиардов. Разумеется, через полтора часа профилактика. Думаю, часам 12 поставят еще какую-нибудь акцию, которая убьет все это к херам. И да, ребятки, плиз, подпишитесь на мой дискорд, ссылочка в описании.